В Бишкеке в преддверии межправительственного совета Кыргызстана и Казахстана прошел очередной бизнес-форум. Предприниматели провели ряд деловых встреч. Некоторые из них завершились подписанием соглашения о сотрудничестве. Тему продолжит наш корреспондент в Бишкеке Бакыт Чермашев. Торговая миссия Казахстана, прибывшая в Бишкек на этот раз, состояла из агентов 70 компаний. Сектора экономик, которые представляли предприниматели, говорит о широком масштабе двухсторонних экономических связей. Изделия нефтеперерабатывающей отрасли, машиностроения, химической промышленности, фармацевтической индустрии, строительные материалы, продукты питания – это лишь неполный перечень товаров, которые представила казахстанская сторона для ознакомления кыргызским бизнесменам. В целом мероприятие оно нацелено на то, чтобы продолжить диалог между бизнесом, открыть новые проекты, создать новые экспортные и импортные контракты. Сейчас у нас товарооборот динамично развивается. Мы буквально в прошлом году превысили 1,2 миллиарда долларов США и был рост в 1,6%. Впрочем, изделия индустриального назначения и массового потребления стали не единственным предметом обсуждения бизнесменов. Свои услуги и продукты продвижения предложил финансовый сектор и IT-индустрия. Как результат, 4 документа о тесном взаимодействии, подписанные в первый же день форума. Среди них соглашение о сотрудничестве заключенных между экспортной страховой компанией Казахстана «Казахэкспорт», государственной страховой организацией Кыргызстана и одним из местных коммерческих банков. На сегодняшний день там, барьеров в торговле именно логистических там нет, потому что находится рынок вблизи Казахстана, и мы, казахстанские предприниматели, которые ранее экспортировали, они расширяют свое присутствие в других регионах. Кыргызстана. А те, которые впервые выходят, мы им оказываем вот сервисную поддержку с учетом специфики рынка. В результате прошлогоднего бизнес-форума были заключены договоры на общую сумму 35 миллионов долларов. Итоги проходящих встреч и деловых переговоров станут известны 4 декабря во время межправительственного совета Кыргызстана и Казахстана. Бакыт Чермашев, специально для 24KZ, Бишкек, Кыргызстан.